Буся мамой стала, Буся. Буся мамой стала настоящей. То чужих она воспитывала, сейчас своих. Рожала тихонько, не кричала. Все сделала правильно, какая мамочка хорошая. Любит своих, да. Но она поняла, что нету. Я, когда вот эту постелила коробочку, перекладывать начала, она схватила рыжего и понесла в ту коробку. Спрашивает, типа, а где еще-то? Ну, потом видно будет, мальчики или девочки. Так вроде бы прыщики торчат, мальчики.